Приветики! Всем привет, друзья! Без лишних слов, мы просто начинаем. Хорошо. Всем здоровья! Это уже четвертая часть RPG Мечты, и я знаю, как сильно вы любите эту рубрику, но на создание каждой части уходит очень много времени и сил, буквально по 2-3 недели непрерывной работы. Поэтому, чтобы я знал, нравится ли вам эта рубрика и хотите ли вы продолжение, давайте соберем под этим видео 50 тысяч лайков. Если под видео соберется 50 тысяч лайков, значит пятая часть все-таки будет. Так что не ленитесь и ставьте свою оценку внизу. Ну а теперь, все, кто смотрел предыдущие части, мотайте на этот тайминг. Ну а для тех, кто на моем канале впервые, это небольшое вступление, дабы объяснить, что вообще происходит познакомимся. В видосе и над чем, собственно, смеяться. Мы с Никитой зашли на сайт, который пишет историю в зависимости от того, что ты впишешь. То есть ты выбираешь сеттинг персонажа, тебя вбрасывает в ситуацию, и погнали. Ты можешь хоть голым всю игру ходить, хоть сношаться с каждым встречным, ну и так далее, вообще, то есть что угодно делать. Ну и вот мы поиграли, в итоге оказалось неожиданно смешно. Я это все смонтировал, визуализировал, и, соответственно, предлагаю вам оценить ее творение. Так что делитесь мнением в комментариях, ставьте лайки и приятного просмотра. Ну давай фэнтези попробуем, да? Фэнтези. Пизант есть. А кто это? Это крестьянин сельский. Как зовут нашего крестьянина? Глебом. Вы Глеб, крестьянин, живущий в небольшой деревне в королевстве Ларион. У вас есть вилы и больше ничего. Голый с вилами просто в поле. Вы идете на свои поля и начинаете работать. Вы смотрите вверх и видите летящую к вам черепаху. Вы бросаете в него вилы, но промахиваетесь. Он приземляется рядом с вами и освобождает пассажира. К вам спускается милая дама с белыми волосами, одетая в зелено-розовые наряды. Кину в нее вилы. Окей. Вы кидаете вилы в даму. Они пронзают ей в живот, и она падает мертвой на землю. Человек! Чего? Я распустаю черепаху, такая серьезная. Черепаха! Женщина выходит, волосы растрепают, ветер колышет, платье, типа, ты просто... Человек изо рта выходит. Ну, растопчи его, блядь, хуля. Просекшн с первой же секунды. Ой, да ты да. Тебя вилы и все. Вы наступаете на маленького человека, и его крики заглушаются хлипающими звуками, которые он издает. Вы возвращаетесь домой и рассказываете всю историю своему дедушке. Он охренел. Просто он в шоке. Дедушка орёт. Как будет стащить одежду сейчас? Украдите одежду мертвого дедушки. Квест в голове такой... Да. Вы продолжаете жить в деревне, и проходит много лет. В конце концов, вы встречаете странствующего торговца по имени Вард. Он задает вам несколько вопросов о том и о том. О том и о том. В конце концов, бородавка спрашивает. Чё? Какая нахуй бородавка? А, Вард это его зовут. Да, он перевел, видимо. Что случилось с дамой, которую ты убил? Она мертвая. Действительно, она мертвая. Торговец, кажется, озадачен. Говорит вам, что не думает, и что дама все еще жива. Бородавки сказки, иди спать, я отказался. Вард смотрит на вас с жалостью. Зачем ты убил ее, если она... С жалостью, ну да, прям. Его вилами, может быть, хули достал. Тай мозг, тоже вилами. Давай молотком ему в чай. Тащить. Ты бьешь купца по щеке. Молоток соприкасается с плоской стороной его лица, и он падает на землю. Вард кричит от боли, и вокруг вас быстро собирается толпа. Они приковывают вас к дереву, и кто-то поджигает дерево. Нихера себе. Крики Варда настолько громкие, что у вас начинают трещать барабанные перепонки. Собака-вонючка только что сделала... Просто на фоне толпа сжигает дерево, и просто таким пьем-пьем-пьем, и собака-вонючка такая хорошая. Вы убегаете из деревни, потому что боитесь, что вас поймают. Вы идете, пока не находите дом. Он сделан из дерева, как и все, что вы видели. Это был дом короля. Это был королевский замок, спрятанный в лесу. У короля внутри много прекрасных принцесс. Вы толкаете дверь и заходите внутрь. В дальнем конце комнаты находится лестница. Вы поднимаетесь по ней и попадаете в башню. На верхнем этаже есть дверь. А там... Тук-тук. Вы кнок-кнок, блин, кнок-кнок, да. Глеб, ты кнок-кнок, 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 кнок-кнок. Вы
идете по коридорам в поисках принцессы. Раз такой, принцесса. Еще так, знаешь, резко головой. Да, да. Как голодный мужик. На первом этаже принцесса ест хлеб с джемом. У нее длинные вьющиеся светлые волосы. Ага, красотка. Принцесса уродливая и носит черную мантию с капюшоном. Я ненавижу мужчин. Они ненадежные создания. Я хочу забрать у них хлеб. С джемом. Забрать хлеб у принцессы и разбить банк джема об голову. Уродливый принцесс. Вы бьете принцессу хлебом по голове. Она кричит и падает на пол. Ужас, умерла. Просто. Принцесса была в обществе. Ты что, все от хлеба умерла просто? Теперь ударь в уродливую принцессу, ё-моё. Вы знаете, что уродливая принцесса? Да. Нет, нет, нет. Да. Ты изнасиловал уродливую принцессу. Вы берете нижнее белье принцессы и натягиваете его через голову. Принцесса какое-то время борется, но вы слишком сильны. Вы ненавидите принцессу. Вы берете банку принцессы с вареньем и намазываете ее свои волосы, чтобы выглядеть как принцесса. Что же будет дальше? Это реально маньяк. А я вообще даже... В комнату входит принцесса. Надо, знаешь, сказать, типа, как дела, сестра? Как дела, сестра? Принцесса потрясена вашей ужасной маскировкой. Кто ты? Вы хватаете принцессу и толкаете ее на кровать. Она умерла. Ты засунул это в нее и смеешься. Чё? Чё я засунул в нее? Я не хочу ничего в нее засовывать. Это, типа, вообще ужасно. Это видео моя мама посмотрит. Да вытащи, вытащи. Вытаскивай. Схвати ее и требуй выкуп у короля. А, давай, давай. Взять принцессу в заложник и требовать короля. Я просто хочу короля. Вы запираете принцессу в комнате и покидаете замок с ее нижним бельем. Вы находите карету короля и требуете, чтобы он вручил вам все деньги в своей карете. Кинг засмеялся и отдал вам ключи от своей кареты. Вы сажаете принцессу в карету и покидаете замок. Бюстгальтер твоей сестры такой маленький, что ее почти не идет. Глеб, нахер ты его надеваешь? Сожги замок, сожги, пора сжечь. Взорви замок. Взорвать замок куками. Вы делаете большой пердун. Замок начинает рушиться. Он начинает падать вокруг вас. Он такой большой, что раздавит несколько вагонов. Найди труп короля. Вы ищете тело короля в развалинах замка. Вскоре вы найдете его разбитое тело. Король мертв! Вы кричите, нет, убегаете, да, с места аварии. Вы берете королевскую корону и надеваете ее себе на голову. Теперь у вас есть вся власть в мире! И ну что? Давай какую-нибудь, может, мистику сюда загоним. Корень превращается в тыкву. Нет, пускай лошади и кучер превращаются в карету. Золушка, блядь. Вы входите в таверну, просто толкнув дверь и войдя внутрь. Вы садитесь за стол с бутылками вина и начинаете пить. Вы падаете со стула и теряете сознание. Когда вы просыпаетесь, королевская стража направляет на вас свои мечи. Вы говорите: король мертв! Да здравствует король! Вы не узнаете этого человека. Он хватает свой меч и отрубает тебе голову. Стража пропустила его, потому что он король. Хорошо, что ты сказал принцессе носить нижнее белье. Теперь ты мертв, и ты сделал мир безопасным для будущих принцесс. Чего? Да ну на! Вся жизнь просто... Всех принц. Тебя просто пьяным зарубили в таверне. Эта история началась мгновенно и так же мгновенно закончилась. Ни на чём, ёбаный рот. Боже мой, это вообще... О, вот это, конечно, да. Этот чувак, он забавный. Сказка, да. Может, так сочиняю, да, свои сказки? Вообще, игра классная. Интересно. Блин, столько открытий, столько сказок интересных. Да, да, что ты не ожидаешь. Вот она тупая игра, но смешная такая. Прикольно. Да. Кажется, твою фантазию именно развивает. Вообще, как развивает. Ну, выдумывать его. Какие-то непонятные ситуации, которые просто даже не мог додуматься. Ну да. Согласна. Просто нелогичные вещи, да, вписываешь и такие, окей, почему нет? Классно. Все, друзья, посмотрели, мне понравилось. Как вам, да, девчонкам, напишите. Я думаю, ты же понравилась, конечно. Да, понравилось, да. Пишите в комментариях, как вам. Ну все, ждем ваши, друзья, лайки. Конечно, ловите поцелуйчики. Муа!
Блять. Пока-пока. Пока-пока, друзья. Пишем комментарии, ставьте колокольчик. А, нажимайте на колокольчик, ставим лайки, пишем комменты. Все знаете сами. Пока-пока. Пока. Пока.